Всем привет! Меня зовут Вера. В этом видео покажу два очень популярных карандаша от американской марки Nuxe. 857 номер, пожалуй, самый популярный. Это нейтрально-бежевый нюдовый оттенок. А 855 уже потемнее и будет уходить в коричневый. Карандаш мягкий, почти не сушит губы и легко наносится. Можно обвести контур и нанести прозрачный блеск. А можно прокрасить карандашом полностью все губы. Этот карандаш смотрится очень натурально на губах. Этот цвет карандаша передает объем губам за счет своего темного контура. Мне оба эти карандаша понравились. Не зря они так популярны у визажистов и у многих девушек. А вам понравились цвета? Пишите ваши комментарии. Спасибо за просмотр.